Здравствуйте, в эфире новости телеканала «Катунь-24». С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. С следующего года в регионе повысят взносы за капитальный ремонт. Такие меры – вынужденная необходимость, сообщает Краевой Минстрой. Стаи бродячих собак пугают жителей Новоалтайска уже полгода. Почему проблема не решается? «Катунь-24» подскажет, как встретить Новый год. 30 танцевальных хитов, 2 часа в компании любимых ведущих. Все это праздничное музыкальное шоу от нашего телеканала. Дети Луганской Народной Республики получили новогодние подарки из Алтайского края. В Славяно-Сербский район доставили 3000 подарочных наборов. В ЛНР передали и подарки в рамках акции «Елка желаний». Мечту 29 детей исполнили представители органов власти и просто неравнодушные жители нашего региона. Среди подарков – мягкие игрушки, настольные игры и наборы для детского творчества. Губернатор Виктор Томенко направил подарки 2 9-летним девочкам из Славяно-Сербского района. Так Виктории доставили большую мягкую игрушку, а Дарье – 3D-ручку. Огромные слова благодарности хотел бы выразить губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко, а также его команде за оказанную помощь. И подтверждение этого, кроме этих кондитерских и сладостей, были доставлены грузы к новогодним праздникам нашим детям от Союза женщин и других общественных организаций Алтайского края, которые не в первый раз оказывают помощь жителям Славяно-Сербского района. Государственные награды участникам специальной военной операции вручили в Барнауле. Церемонию провели в управлении Росгвардии по Алтайскому краю. Указом президента России Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, 2 офицерам регионального управления Росгвардии вручили медали за отвагу. Также медалями ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени наградили 7 бойцов Бийского мобильного отряда особого назначения «Форпост». Фамилия каждого человека, который в своей части не останется безучастным, она будет записана в историю всего государства, ну и как минимум в историю уже наших подразделений. Также указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко государственных наград удостоены 4 сотрудника ОМОН «Алтай». Им вручили медали за честь и мужество. Еще 5 бойцов подразделений специального назначения наградили ведомственными наградами Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. С 1 января 2023 года проиндексируют взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает Минстрой региона. Минимальный размер взноса будет варьироваться от 8 рублей 92 копеек до 10 рублей 94 копеек за 1 квадратный метр. Цифра будет зависеть от конструктивных и технических параметров дома. Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев отметил, что установленный в регионе размер взноса не обеспечивает финансирование всех работ, запланированных программой. Ежегодно собственники оплачивают чуть больше 1 000 000 000 рублей взносов, в то время как необходимый объем работ – более 2,5 миллиардов рублей в год. Стаи собак не дают жителям Новоалтайска попасть домой. Животные собираются в стаи и нападают на людей, жалуются горожане. Заходят даже в подъезды. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Попасть в подъезд опасно для жизни, жалуются жители многоэтажки по адресу Анатолия, 92, в Новоалтайске. Бродячие собаки уже полгода обитают на придомовой территории. Обычно в стаю собираются по 5-6 особей. Животные, по словам жильцов, ведут себя довольно агрессивно. Мария Козина одна из тех, кто переживает за безопасность. Много детей живет в многоквартирном доме. Вот женщина приехали на машине. Они у нас вот здесь прям сидят около дверей, не запускают, лают. Она не может с ребенком зайти в подъезд. Они сидят. Она пока не позвонила мужу. Муж вышел с подъезда и их впустил. Представляете? Вот такая у нас ситуация. Вот знаете, это еще до поры до времени. Они сгрызут детей наших, внуков. Вот и все. Безопасность детей – главный вопрос, который беспокоит горожан. Уже были случаи, когда псы нападали на людей. Ребеночку укусили за попу, есть раны, есть фотографии. Кусали других людей за ноги, отпугивали собак.
Что делать с животными, непонятно. Их могут забрать в частные приюты, однако только если собаки будут стерилизованы. За помощью местные жители обратились в администрацию Новоалтайска. Городские власти пояснили, бюджет на отлов собак в этом году 750 тысяч рублей. Остро стоит вопрос и поиска подрядчикам. Интерес у коммерческих структур, которые когда-то занимались этим бизнесом, отсутствует. И мы вынуждены, исполняя свои непосредственные обязанности, проводить с определенной периодичностью в течение года эти мероприятия. Но для примера хочу сказать, что в прошлом году мы провели 11 таких аукционов. То есть данная услуга не находит своего подрядчика среди коммерческих организаций и остается невостребованной на рынке. В городе около 500 бродячих собак. По подсчетам властей, всех отловить и разместить в приюты обойдется минимум в 20 миллионов рублей. Таких финансов в бюджете Новоалтайска попросту нет. А пока горожанам остается надеяться, что, выходя на улицу, они не станут жертвой очередного нападения. Либо решать проблему за свой счет. Дарья Коншина, Сергей Балуев. Новости. На 28% увеличился объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Алтайского края по сравнению с прошлым годом. Продукцию алтайских производителей доставляют в 52 страны. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. В этом году мы увидели увеличение поставок, например, в Афганистан по линии ВВП ООН, чего не было ранее. Вот. И поэтому такие, я думаю, что следующий год будет также показывать положительную динамику в развитии экспорта продукции АПК. В этом году в крае реализовали несколько инвестиционных проектов. К примеру, на базе Заринского элеватора запустили завод по переработке масличных культур. А на крупнейшем алейском предприятии ввели в эксплуатацию цех по производству кормов для кошек и собак. Совершенно новейшее оборудование, новейшие технологии, которые позволят занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных компаний с этого рынка. Также Александр Большаков отметил, объемы товаров собственного производства в Алтайском крае по предварительным данным за 2022 год составят 195 миллиардов рублей, в пищевой промышленности 5 миллиардов 200 миллионов рублей, по фармацевтическому производству и 14 миллиардов рублей по напиткам. Биополимерный стаканчик для рассады создали студенты Аграрного университета. Разработка молодых ученых решит проблему утилизации гречневой шелухи, которая образуется после переработки зерна. Алтайский край – лидер по производству гречихи в стране. В этом году аграрии намолотили 800 тонн зерна. Как использовать шелуху от его переработки? Ответ знают молодые ученые Аграрного университета. Учащиеся третьего курса Иван Лопатин и Александр Шрейдер создали стаканчик из гречневой лузги. В его составе – шелуха зерна, биополимер, крахмал и вода. В гречке имеются фенольные соединения, которые защищают растения от грибков и различных болезней. И также в состав полимера входят некоторые вещества, которые способствуют росту растения. Вот это основные преимущества. Процесс изготовления простой. Все ингредиенты смешивают и нагревают до 70 градусов, а после отправляют в пресс-форму. Изготовить ее помог университет, профинансировал работу токаря. Проект про рассады студенты представили на всероссийском интенсиве «От идеи к прототипу» на площадке университета 2035. В рамках интенсива нам эксперты посоветовали вести три направления продажи нашего продукта. Это непосредственно оборудование для предприятий, перерабатывающих зерновые культуры. Также изготавливать сами стаканчики. И также продавать нашу технологию уже предприятиям, которые изготавливают торфяные стаканчики. Стаканчик из гречневой лузги – экологически чистый и недорогой продукт. Его себестоимость в два раза ниже рыночной. Подобных изобретений в крае пока нет, поэтому студенты планируют запатентовать разработку. Сейчас идет направление такое на безотходное производство, экологичность продукции. Поэтому парни встали на волну. Экология, безотходное производство и плюс еще низкая себестоимость. И плюс как удобрение. То есть там много очень составляющих.
следующем году ученые выпустят пробную партию до 500 экземпляров и раздадут их садоводческим хозяйствам региона. Именно они проверят эффективность стаканчиков. Дарья Коншина, Илья Алексеев. Новости. Встречайте новый 2023 год вместе с телеканалом «Катунь-24». 31 декабря включайте новогоднее музыкальное шоу. Вас ждет зажигательная дискотека 90-х. Это 30 танцевальных хитов, 2 часа веселья и бессменные ведущие Елена Хорошавцева и Александр Волокитин. Увидеть концерт можно в 17:00 на платформе ОТР, в 20:00 у всех кабельных провайдеров и в 23:00 перед поздравлением президента на телеканале «Катунь-24». Полную версию новогоднего музыкального шоу можно будет найти 1 января на сайте katunh24.ru. С наступающим! Сегодня в Барнауле проходят соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня». Артем Тарасов сейчас работает в Сухом Лагу и готов выйти на прямую связь со студией. Артем, кто сегодня вышел на старт? Здравствуйте. Здравствуйте, Глеб. Чего же приятно в эти предновогодние дни находиться здесь, на лыжне, и полностью окунуться сейчас в настоящую зимнюю атмосферу. Ведь у нас лыжные соревнования. Наши драгоценные спортсмены вышли на старт. Сегодня борются за медали и награды «Динамовской лыжни». Здесь собрались в Сухом Лагу, в Барнауле собрались спортсмены вообще со всего края. Это и из Заринска, и из Рубцовска, и из ближайших районов, чтобы побороться за главные награды этих соревнований. Атмосфера действительно здесь очень приятное. Пока старт дали юноши, юниоры, девушки, также юные. Ну а сейчас мы ждем уже, когда на старт выйдут женщины, за ними выйдут мужчины, а также сегодня пройдут еще соревнования ветеранов. Подробнее о всех результатах и об итогах этих соревнований мы, конечно же, расскажем в следующих выпусках новостей. Ну а еще важным моментом, конечно, сказать, что сегодняшние соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Сергея Мельникова. Пока на этом у меня все. Вся дальнейшая информация в следующих выпусках новостей. Я передаю слово коллегам в студию. Глеб. Артем, спасибо. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katunh24.ru. Не переключайтесь.